Теплая и дождливая погода привела к тому, что жители Воронежской области потянулись в лес за грибами. И уже произошло несколько отравлений. В Роспотребнадзоре сообщили о 7 пострадавших в возрасте от 15 до 69 лет. Пятеро из них отправились на тихую охоту в Нижнедевицком районе, остальные двое отравившихся из Воронежа. Сейчас они находятся на лечении в больницах. По предварительным данным, к отравлению привело употребление сыроежек и волнушек. Чтобы сохранить жизнь и здоровье при сборе дикорастущих грибов, необходимо собирать только те из них, в съедобности которых вы не сомневаетесь. Нельзя рвать старые червивые грибы, затягивать с кулинарной обработкой, мариновать или солить их в оцинкованной посуде. И нельзя давать есть грибы детям до 14 лет, потому что у них нет достаточного количества ферментов для их переваривания. Самые ядовитые грибы в Воронежской области – это бледная поганка и мухоморы. Даже небольшая их часть, попавшая в пищу, может привести к смерти. Валерий Бобкин, 41 канал.